15 октября, на улице, ну, плюс 10 где-то, штамм П-77, что творит на улице? Вот такое творит. Ну, мясистые сантиметровые шапки, ясно, что собирать их совсем рано. Будем еще ждать и доращивать. Влажности тут аж слишком. Ничего не поделаешь, осень. Вот такое и вот такое. А вот это он делал в помещении. Не нравится ему в помещении. Скорее всего, что любит он низкую температуру. Вот. И запустить его в помещении довольно-таки чуть опоздали мы с выносом и обортнулся вот в этом месте. Даже можно вот это убрать. Я уже снял видео об этом. Обортнулся примордий, а вот эти запустились. То есть пошли в рост. Вот такое. Ну а погода, сами слышите, что творится. Вот такая вот творится. Кошмар просто. Холодно, сыро. Ну и грибочки такие чуть подмокшие, надо было бы, чтобы один денек их подсушило ветром, они станут такие, как надо. Такой промежуточная стадия их зарастания вот я снял. Еще раз повторю, это штамм П-77, так он выглядит. Они потом, когда подсохнут, они такие коралловые. И потом я сниму, покажу конечный вариант, какие они будут.